пресс-конференция начинается. Перед вами главный тренер команды Капеза Шахмудиниев. Сначала давайте узнаем его мнение по поводу игры, затем, думаю, что будет вопросы. Будем Шахмудиниев. Я вас приветствую всех, рад вас видеть. Далекую дорогу приехали, смотрели эту игру. Я думаю, что вам игра понравилась. Это была хорошая игра. Мы играли тактически грамотно. Дача очень хорошая команда, нам составляла очень много трудностей. Я думаю, что если сегодня кто-то из них перешел бы на другой раунд, они оба были достойны. Я считаю, что сегодня мы играли четко сзади, и то, что мы перед игрой перестроили свою игру на контратаках, это нам удалось. Я поздравляю своих футболистов. Я думаю, что это для меня большой праздник. Скоро у меня будет 50 лет, и я думаю, что это в моей жизни самый большой подарок, который мне подарили мои футболисты. Я благодарю своих футболистов и желаю удачи Даче. Дача, еще раз говорю, что очень хорошая команда, очень хорошая, мне очень понравилось. Желаю удачи в чемпионатах, я думаю, в следующем году они дальше пройдут, чем сейчас. Сегодня Дача был достоин пройти на второй раунд, потому что она очень сбалансированная команда, очень хорошо показывала, особенно средняя линия у них очень хорошо двигается, с мячом двигается. Я думаю, что они были достойны, как мы. Если кто-то из них прошел бы, это было бы не обидно. И как-то мы изучили, честно говоря, уже игра прошла, это вторая игра прошла, изучили тактику Дача, мы создали компактную середину поля и хотели в контратаках искать свое счастье. Я думаю, что удалось. Мы играли тактически грамотно. Опять я говорю, они могли в первом тайме пару раз отличиться. Я думаю, игровое преимущество было, будем честны, игровое преимущество было удача. Мы просто играли очень грамотно в обороне, играли очень надежно в обороне и, как-то сказать, в контратаках играли очень дерзко. Я думаю, что за счет этого мы победили, опять я говорю. Это футбол. Желаю удачи Даче. Я уверен, что Дача очень хорошая команда. Мне понравилось. Желаю удачи чемпионата. И считаю, что в следующем году они сыграют еще получше, чем сейчас. Что за нас хорошо, тепло приняли. Настоящий мужчина Адлан. Желаю ему удачи. Я думаю, что он многого над командой очень много работает. Я думаю, что успех его, видите, будет у него. Желаю удачи вам. Спасибо.